Всем огромнейший привет! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня мы поговорим о продуктах Guam Lakot. Надеюсь, вам будет интересна эта тема. Я всех приглашаю к просмотру. И первый продукт, о котором пойдет речь, это будет шампунь для восстановления сухих, секущихся волос. Сама баночка выглядит вот таким образом. В баночке 200 мл. Также очень удобная помпа-дозатор, которая помогает вам вытащить шампунь столько, сколько нужно, не перебарщивая. Очень приятно держать в руках, белая упаковочка, ничего лишнего, то есть достаточно приятная бутылочка. Что касается самого шампуня. У него, девчонки, такая немного, знаете, кремообразная консистенция, очень приятная. За счет нее как раз таки он очень мягко вот очищает волосы, и, наверное, благодаря активным компонентам, которые в него входят, он интенсивно увлажняет волос, улучшает структуру. И очень хорошо питает ствол волоса. То есть вот я заметила, когда я смываю этот шампунь, я могу пройтись пятернёй пальцев прям вот по волосам, то есть как будто распутать их. При некоторых шампунях у меня такого действия не получается. А за счет того, что он кремовый, именно идет для сухих волос, как раз таки он идеально смывается и немного кондиционирует мои волосы. Тем самым он делает их более мягкими, эластичными и какими-то вот действительно приятными на ощупь. Он уже я ранее сказала, что действительно предотвращает это спутывание и обламывание волос. А все вы, девчонки, знаете, что у меня большая сейчас проблема, у меня ломаются волосы, выпадают, и это просто вот что-то действительно невыносимое. Ты моешь голову, у тебя вот какие-то обломки волос, такие маленькие кусочки. Вот с ним такого особого нет. То есть да, конечно, они немножко летят, маленькие секущиеся концы, но за счет того, что он действительно смягчает волосы, делает их очень мягкими, то такого сильного эффекта обламывания, конечно же, не присутствует. Конечно, активные компоненты и состав, который входит в этот шампунь, здесь экстракты водорослей, ламинарии, фукуса пузырчатого, гидролизат кератина, масло органа, гель алоэ вера, гиалуроновая кислота, алантаин. И, конечно, он не содержит ПЭК, СЛС и парабен. По моему мнению, это замечательный состав, и, конечно, я буду продолжать им пользоваться, и я очень хочу еще попробовать другие продукты для волос из этой линейки. И я, конечно, это, наверное, сделаю, закажу обязательно. Девчонки, чего я вам советую, кто ищет действительно хорошие питательные шампуни для ваших сухих волос, то обратите внимание на этот шампунь, загуглите, почитайте об этой марке, и, конечно, ссылочки внизу я оставлю, вы можете пройти по ссылочке и посмотреть уже непосредственно в интернет-магазине об этом продукте. И второй продукт, это у нас будет масло для восстановления волос. Масло у нас с вами в стеклянной тубе, то есть это не пластмасса, это стекло. И очень удобная помпа-дозатор. Она мне безумно нравится, мне хватает 2-3 нажатий на мою длину, то есть на кончике волос я нажимаю 2-3 раза. Масло не жирнит волосы, и действительно нравится то, что после него эффект такой лощенности. Волосы блестящие, мягкие, упругие. Он действительно обладает каким-то мощным защитным свойством, тем самым питает волосы и очень хорошо способствует восстановлению волоса, особенно структуре волос, придавая тем самым блеск. И он может использоваться до и после воздействия солнца. Например, все мы знаем, что волосы очень часто выгорают, и те, кто ездит часто отдыхать на море, как, например, вот я приезжаю, у меня волосы вообще действительно все выгоревшие, сухие, и я увлажняю их очень часто какими-то масками, маслами. Вот такими вот маслами можно использовать и до, и после. Идеальное средство, которое не жирнит волосы. Очень, кстати, приятно пахнет. У него такой нежный-нежный летучий аромат. Также меня очень радует состав этого продукта, потому что в него тоже ходят только натуральные компоненты. Здесь масло органа, льняное масло, экстракт фукуса пузырчатого, и он не содержит ПЭКа, СЛС, парабенов. Так что да, девчонки, кто в поисках хорошего такого масла, флюида для волос, для кончиков волос, то обратите тоже на этот продукт внимание, заострите, по крайней мере, свое внимание. Ссылочку тоже вы увидите внизу в инфобоксе под видео, можете пройти и посмотреть. А я вам, конечно, советую, у кого действительно сухие волосы, ни в коем случае не жирные, хотя, мне кажется, сухие кончики сейчас у нас у всех, тем более в такие холода. Поэтому присмотритесь к этому продукту. На этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и оно для вас было полезным и продуктивным. Оставайтесь всегда со мной, я вас всех целую и обнимаю. Пока-пока.